Термонуклеари грюси камрадой. И хай се камрадо атомный, кай хойте шпилен вир, айне вундершон шпиле лёрне байнтеур. Термоядерный приветик, с вами Плейбой Атомный. Мы сегодня проходим игрушку по изучению немецкого языка. Лёрне байнтеур от Гёте. Давайте посмотрим, что здесь сейчас. Папки с документами к актуальным проектам. Проект Кальтфузион. Проект Монорейл. Проект КАД. Значит, проект холодный синтез, проект Моногамия на самом Монорельс и проект Какаха. Какаха самый перспективный Moment. Проект. Подождите. Lingos ist ein Smartphone abgebildet. Подождите, в папочке по проекту Кунилингус стоит телефон. То есть она получила, благодаря проекту Кунилингус, она получила свой телефон, которого еще нет ни у кого другого. Мы вспоминаем, да, что здесь происходит на самом деле. Давайте посмотрим. Ein offener Tresor. Трезор. А, открытый трезор, что такое? Трезор. Трезор, пожалуйста, мне. Что это такое? Хранилище. Сейф. Вот оно как. Хранилище и сейф. Хорошо. Нужно куда-то сохранять эти слова. Папочку я не открыла. Ладно, будем запоминать так. Запишите внизу трезор, это сейф, в комментариях, пожалуйста. Каждый по слову выпишет, будет хорошо. Als ob er aufgebrochen wurde. Он выглядит так, как будто он взломан. Einige Gegenstände liegen darin. Gegenstände. Что-то противоести. Einige. Gegenstände. Объекты, предмет, вещь. Einige Gegenstände. Там лежит один объект. Das Gemälde zeigt einen Dieb. На картине нарисован какой-то Дейб. Es ist sehr schön. Он очень ich красив. Muss aufpassen, dass ich nicht darauf trete. Я надеюсь, его не пропущу. Это мой суженый. Нет, вот суженый за голову держится твой. Все, это судьба. Это судьба, выходи за него замуж с лысиной. Супер секси. Так, ну понятно, это план. Да нет, я не хотел сюда выходить. IT. Самое странное поведение. Die Uhr zeigt 13 Uhr und 55 Minuten. Seltsam, die Zeit scheint hier nicht zu vergehen. Здесь как будто время остановилось. Или этого. Лир это пустой, значит. В общем, у часов закончились батарейки. Сияла батарейка. Auf dem Tisch stehen einige Teller und Becher. Да, стоят тарелки и бехер, это мы уже знаем, это чашки. Как и тассы, чашки. Auf der Tischplatte gibt es ein Hologramm. И голограмма, да. Es sieht so ähnlich aus wie das. И телефончик ее, в общем, там изображен. Чудесно. Мы, по-моему, сделали уже все, что можно здесь. С ним поговорить. Herr Winkler, ich bin die Nichte von Harrison Goodwill. Herr Winkler, wink, wink. Я ваша суженая. Мне вас посоветовал мой дядюшка Харрисон Гудвилл Форд. Ах. Goodwill. Ах, Форд, да. Mein Onkel hat mir einen Brief geschrieben. Мой дядюшка написал мне письмо. В этом письме было ваше имя. Ja, und? Да, и... Das ist eine lange Geschichte, aber ich muss meinen Onkel dringend finden. Это долгая история, но мне нужно своего дядюшку найти. Куда делся und дядюшка? Was hat das mit mir zu tun? И что мне с этого? О, суженый, конечно, зубы, палец ему в рот не ложи. Загрызет насмерть. Еще и 10 человек потом, после того, кто положил палец. Das weiß ich nicht. Hat mein Onkel sie nicht informiert?
Я этого не знаю, разве мой дядюшка вас не информировал? А дядюшка хотел написать, типа, вообще остерегайся этого мужика, он сволочь. Nein, aber... Нет, но... Er hat mir ein Paket geschickt. Darin lag auch ein Brief, in dem er sie erwähnt hat. Ihr Name war doch Jaden McIntyre, richtig? А, ну, вообще-то он мне отправил пакетик. Пакетик с героином и письмом. Я шучу, про героина здесь ничего нету. Здесь просто пакетик с письмом. И в нем что-то было написано. Ваше имя разве Джейден Макентайр, правильно? Ja, das bin ich. Да, Sie это haben я. Ein Paket erhalten. Darf Вы получили es mir пакет? Einmal ansehen? Можно мне его посмотреть? Ja, gerne, allerdings. Да, конечно. Allerdings? Allerdings? Что значит allerdings? Aller это все dings. Это так allerdings. Конечно, правда, однако. Allerdings однако, wurde mir das Paket gestohlen. А, конечно, я бы с радостью, но у меня спёрли пакет с Герычем. Вот бедняжка, и он весь вспотел. Gestohlen. Wann? Wo? Von wem? Где? Когда? Как? От кого? Nun ja, vielleicht ist gestohlen nicht das richtige Wort. Gestohlen. Чисто для проверки. Gestohlen. Это, по-моему, краденое, да? Краденых, да. Ну да, возможно, украден не совсем правильное Was слово. Meinen Sie damit? Что вы имеете? Wurde das Paket gestohlen oder nicht? Пакет украден или нет? Я его скурил. Lassen Sie es mich kurz erklären. Давайте я вам кратко проясню. Ich bin für die IT-Sicherheit bei Lingetix verantwortlich. Meine IT-Techniker sind die besten im Bereich Sicherheitstechnik. В общем, я отвечаю за отдел IT-безопасности фирмы Lingetix. А мои техники – самые лучшие техники во вселенной. Ну, техники по безопасности лучшие. Sie haben früher als Hacker gearbeitet. Они раньше работали Darum хакерами. Darum wissen Sie genau, wie man Schwachstellen in Sicherheitssystemen findet. Поэтому они знают, как найти дыры в системе безопасности. И они в эти дыры просовывают разные непонятные вещи и ручонки свои. Damit грязные, meine хотя бы помыли. IT-Techniker ihr Handwerk nicht verlernen, machen wir Wettbewerbe, bei denen einer der drei etwas aus meinem Tresor stehlen muss. И чтобы мои IT-специалисты не потеряли своих навыков, у нас есть ветбеверба упражнение, когда и они втроем должны что-то спереть из моего сейфа. Чудесные занятия, елки-палки, чем люди только не занимаются. Jedenfalls, в любом случае... Ich kann mir denken, was passiert ist. Lassen Sie mich raten. Ihre IT-Techniker. Вы можете мне быть благодарными. Дайте угадаю, ваш техник спёр. Erpressen Sie sind verschwunden haben das Paket gestohlen. Вот так. Einer Ihrer IT-Techniker hat das Paket meines Onkels aus Ihrem Tresor gestohlen. Да. Ваш IT-специалист спёр мой пакет о дядюшки с экспериментальным телефоном, спёр его, да, вот так вот. И всё это было чисто ради учёбы. Ну, у вас в Кунилингусе странное, конечно, представление о профессионализме. Richtig. Правильно. Und der Dieb war so gut, dass ich nicht weiß, wer es war. И Дэй был настолько хорош, что теперь я не знаю, где он. Wenn Sie das Paket brauchen, dann müssen Sie den Dieb finden. Когда, если вам нужен пакет и, с кокаином, вам нужно найти Дэйба. Und wie soll ich das machen? Woher soll ich wissen, wer das Paket gestohlen hat?
И как я должна, по-вашему, это сделать? Каким макаром я узнаю, кто спер пакет? Дип это разве не имя? Я что-то не понял. Das Paket war vorgestern noch im Tresor. Deshalb bin ich sicher, dass es gestern gestohlen wurde. А пакет был в сейфе с позавчера, поэтому я уверен, что он его украли вчера. Fragen Sie meine IT-Techniker nach ihren Terminen gestern und tragen Sie die Informationen in den Terminkalender ein. Ага, вот почему сеть тогда упала и никто не мог ответить вчера, то что этот самый бухгалтер рассказывал. Спросите моих IT-техников. Терминен. А их расписание вчера. И сравните это с календарем. Планом. Что они должны были делать по плану. Эрхат мир айна термин календар гегебен. Он дал мне календарь. План. Reden Sie mit dem jeweiligen IT-Techniker darüber. Widersprüch, давайте попробуем, что такое Widersprüch. Ага, когда Widersprüch это противоречие, а когда вы увидите противоречие в плане, продолжайте пытать этого техника. Вот так вот как-то. Но на самом деле это тупо, потому что в реальности техник знает свой план и будет отвечать, что я действовал по плану, вот и все. Sie brauchen auch Beweise, um den Dieb zu finden. Achten Sie also gut auf alle Dinge, die Sie in den Büros und Gängen der Abteilung finden. Beweise. Что такое Beweise? Beweise. Бевизе? Не, Бевайзе. Нужно найти доказательства. Какой валийский? Дип, наверное, это какое-то сленговое слово. Этого Дэйва найти. А будьте внимательны также насчет других вещей, которые вы можете найти в бюро и его отделах. Die IT-Techniker sitzen im Büro nebenan. А IT-техники сидят Kommen в бюро Sie напротив, mir, в офисе wenn Sie напротив. Das Paket gefunden haben. Приходите ко мне снова, когда найдете пакет с кокаином. Пляудерн. Пляудерн, я слышал этого слова, но не помню, что оно значит. Пляудерн. Беседовать. Можно вихтиги. Самое важное давай. Повторить разъяснение. Спросите насчет плана. Все, мне не надо ничего больше спрашивать у него. Пошли, новое задание. Ага, tutorials открылось. Комбайн. Да-да-да. Можно комбинировать объекты. Кстати, что у нас в сумке? Посмотрим. Пазлы, вот. I will write down an appointments in this diary. I will have to compare the employees' appointments and find out what was. Ага, то есть мне нужно записать все их активности за день и посмотреть, где есть противоречия и нестыковки. Но на самом деле здесь, если опросить их трех, то будут нестыковки в их свидетельских показаниях. Вот, соответственно, на это можно и словить. На вот этих нестыковках. Я еще не все знаю, поэтому мне нужно пойти и всех поспрашивать. Ну, пошли. На выход. IT-отдел. Ой-ой-ой, подожди. Монетка, заметил, от Гёте-института, очень нужная вещь. Ну, так сказано напротив, отдел безопасности, почему?
Почему нельзя в него зайти? Сио можно зайти. Nur mein Onkel kennt den Zugang с кодом für dieser Tür. Только мой дядюшка знает пароль от этой двери. Вот так вот. Так надо было пытать дядюшку, чтобы он рассказал код. И все. Давай с другую сторону, Lingetix. Подожди, давай прочитаем, что здесь написано таки. Может, она мне повторит? А, я не знаю всех активностей отдела IT. Я должна их спросить. Я должна леди Лоренц спросить по поводу ее задач вчера. Я ничего не знаю о Хере Циммермане. О Хере Циммермана. Что он вчера делал? Хер Циммерман. Что делал Хер Циммермана, я не знаю. Mit Herrn Schumacher habe ich noch nicht über seine... И я не разговаривал с Хером Шумахера. А Шумахер, он самый быстрый хер среди всех немцев. Ich muss auf... Еще надо Йозеф Винклер, Йозефа Винклера расспросить по поводу его задачи. Ну, погнали тогда к Винклеру. Давай. А, вот, можно пройти в следующую комнату, понятно. Давай важное спросим. Давай потерпим. Что вы делали вчера, Херр Винклер? Херр Винклер, что вы делали вчера? Ich bitte Sie. Glauben Sie wirklich, dass ich... Я вас прошу. Надеюсь, я же... Nein, Herr Winkler, нет, ich glaube Herr... natürlich nicht, dass Sie das Paket gestohlen haben. Нет, Херр Винклер, конечно, я не подозреваю, что вы украли пакет у самого себя, хотя именно это самый легкий из вариантов, вы тоже будете практиковаться. Но ваша информация может мне помочь. Gut, meinetwegen. Хорошо. Ich trage alles in den Terminkalender ein. So, fertig. Viel Glück bei der Suche nach dem Paket. Я все запишу в ваш этот самый записную книжечку, в план внесу. Вот, готово. Много счастья вам, в общем, в ваших поисках пакета с кокаином. Vielen Dank, Herr Winkler. Спасибо, Херр Винклера. Ich muss seine Termine mit denen, ну да, vergleichen. Ну да, я должна сравнить все планы. Herr Winkler, erklären Sie mir bitte noch einmal, was ich tun muss, um das Paket zurückzubekommen. Да, что мне нужно сделать, чтобы пакет найти? Очень хорошо. Herr Winkler. Да, да, давай. Ich. Все назад. Пошли в следующий отдел. Вот они. Вот они. Тунеядцы, алкоголики, наркоманы, трудоголики. Ein Mülleimer. Dieses Büro ist so modern, dass ich mich frage, wie sie hier wohl den Abfall verarbeiten. Мусорка. Этот, эти кабинеты настолько современны, что я должна себя спросить, а куда же здесь бросать мусор? Я не знаю. Пойдем кофе. Eine Kaffeemaschine. Die darf in keinem Büro fehlen. Кофемашина, чтобы не заснуть в этом офисе. Да, скучные офисы. Так, давай. Eine große Zimmerpflanze. Der Topf zeigt digital den Wasserstand und den Grad der Sonneneinstrahlung. Большое растение, не конопляное. А жаль. Значит, верхушка. Что-то там к цифровому. Топф, 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 давайте. Топф. Что такое? Ага, горшок неправильный. Топ. Горшок подключен к цифровому баку с водой, который регулярно поливает конопельку. Кстати, я интересовался вот этими самыми системами
гидропоники хочу себе сделать. Гидропоники и аэропоники хочу себе такую штучку сделать, чтобы выращивать растения. И самое удивительное, что информацию по гидропоническим системам в первую очередь распространяют те, кто выращивает дома коноплю. Я хочу цветы там выращивать и какие-то другие растения, там помидорчики тоже. Ну, мне чисто для исследований вот интересно посмотреть, как это все будет работать. И не знаю, когда я соберу это все. Вот, но для исследований интересная такая штука. А другие, кто занимается гидропоникой, это долбанные наркоманы. Бывает. Ладно, поехали. Оба, тортик. Данке, спасибо. Хочу посмотреть на тортик, давай. Мистер Лоренс, коллеги, thank you for your technical assistance yesterday evening between 5 и 6. В общем, коллеги благодарят миссис Лоренца за ее помощь между 5 и 6 часами. Чем она там занималась? А? Что ее благодарят? Ну, не деньги, значит, что-то такое милое. Плаудерн. Что такое плаудерн? Плаудерн. А, просто беседовать. Давай просто начнем с беседы. Приветик. Уберхер Шумахер. Вначале о Хере Шумахера поговорим, потому что он быстрый, он может уехать. Что вы можете рассказать мне о Хере Шумахера? Хер Шумахер? Er ist ein cleverer Typ. Ich würde ihm einiges zutrauen. Gut möglich, dass den Tresor geknackt hat. Was wohl im Tresor war? Им einiges zutrauen. Gut möglich, dass der Тризор. А Хер Шумахера? О, он очень умный. В общем, у него большое любопытство, и, возможно, именно он взломал сейф. Хер. Ну, бывает и такие. Разными инструментами взламывают сейфы. Возможно, таким инструментом тоже можно взломать. Гуд. Да, спасибо. Она прям таким голосом сейчас забавно сказала. Давайте про Хер Циммермана теперь узнаем. Фрау Лоренц, können Sie mir etwas über Herrn Zimmermann sagen? Госпожа Лоренц, а о Хере Циммермана вы что-то можете мне рассказать? Was? Что? Herr Zimmermann? Хер Циммермана? Es würde mich nicht wundern, wenn den Tresor geknackt hat. Was wohl daraus gestohlen hat? Я не удивлюсь, если он проник в мою сокровищницу. Тогда он, возможно, украл самое драгоценное у нас. Хорошо. Danke. Спасибо. Ох, она развратная. Эта женщина. Не смотрите на то, что она в пиджаке, но она такие вещи рассказывает. Я аж покраснел. Шучу, я не могу покраснеть. Ну а теперь давайте по ее о деятельности спросим. Entschuldigen Sie bitte, Frau Lorenz. Herr Winkler hat mich gebeten, herauszufinden, wer den Tresor aufgebrochen hat. Извините меня, пожалуйста, фрау Лоренц. Хер Винклер, мой суженый, мой самый любимый мужик, вот, без которого я жить не могу, сказал, что надо с вами, в общем, поразговаривать со всеми, чтобы найти, кто взломал сейф. Чудесное начало! Просто вот так приходишь и говоришь, знаете, мы вас подразумеваем в преступлении, и сейчас все, что я буду задавать, это для того, чтобы выяснить, что вы виноваты в преступлении. И тут преступники прямо такие, хо-хо, ну конечно мы расскажем, это мы сделали. Нет, это только помогает им лучше скрываться. Расскажите, пожалуйста, где вы вчера отрабатывали смену? Natürlich. Ich notiere alle Termine in Ihrem Terminkalender. Einen Moment, bitte. Конечно. Я сейчас все запишу в ваш блокнот и даже фоточки прикреплю. Vielen Dank. Für weitere Fragen melde ich mich wieder bei Ihnen. Большое спасибо. Если понадобятся еще вопросы, я к вам подойду. Надо посмотреть свой записную книжечку. Давайте посмотрим, что тут уже есть. Да, еще о Хере Циммермане не расспросил, и что-то там еще. Ага, вот. Лоренц und ich waren von
Nein, bis 13 Uhr im Chip-Labor. С 9 до 13 он и Лоренц вместе... Ого! 4 часа... Я бы не выдержал 4 часа. Вот, но он смог. Видите, несмотря на то, сколько у него... Какой возраст? Мужик стойкий. Значит, он вместе с Лоренц 4 часа был. Там-то, да? Ab 13 Uhr war ich eine Stunde Mittagessen. В 13 часов я жрал. Alle anderen waren beim Mittag. А остальные все где-то шлялись. Zimmermann und ich gingen gemeinsam zurück. И мы вернулись назад вместе с Циммерманом. Ага, понятно. И что еще? Nach dem Mittagessen war ich bis Feierabend. Mit Zimmermann im Netzwerklabor. Schumacher kam um 17 Uhr zu uns dazu. Schumacher пришел в 17 часов к нам. Значит, здесь он был вместе с Циммерманом. Ох, старый извращенец. В сетевой. И они, наверное, шпилили в Counter-Strike. Ну, не шпилили, в Counter-Strike они шпилили. Все, хорошо. Давай теперь Каролина Лоренц. Мне нравится эта задача, пока я получаю серьезно большое удовольствие от игры. Am Vormittag half ich dem Chef im Chip-Labor. Ага. А я была с Шумахером с 12 часов. До обеда. Я была в лаборатории. Вот тут вот что-то непонятное получается. С 12 часов. А он указывает, что все время с ним был. Der Chef Schumacher. Schumacher. Гинген. Я с Шумахером в 13 часов отправилась в кофейню. Циммерман. А, Циммерман уже был там. И мы не смогли с Шумахером уединиться, а ведь он такой быстрый. И ging mit Schumacher zwei Stunden später zurück ins Büro. В общем, в 13 часов она была в кофейне. Подожди, а здесь кофейни нет? Ладно, давайте пока расспросим еще. Пошли. Циммерман! Давайте побазарим. А, фрау Лоренц. Циммерман, was halten Sie eigentlich von Frau Lorenz? Хер Циммермана, расскажи, как тебе женщина Лоренц? Frau Lorenz? Ich traue ihr alles zu. Sie hat bestimmt etwas aus dem Tresor gestohlen. Женщина Лоренц? Знаете, что я вам скажу? Это она... Она открыла свою сокровищницу с секретами. И, наверное, она сперла пакет. А, gut, danke. А, хорошо, спасибо. Вообще ни о чем. В Шумахере что он скажет? Schumacher? Sie meinen diesen kaffeetrinkenden Hacker? Wenn nicht der Dieb ist, dann ist es keiner. Ich frage mich, was aus dem Tresor gestohlen hat. А, возможно, он спер. Отлично, это вообще бессмысленные вопросы. Давайте сразу... Не надо мне вот это все. Не надо с ними разговаривать, они будут друг на друга вину выпинать. Давай мне расскажи о своем расписании. Guten Tag, Jaden McIntyre, mein Name. Ich bin hier, um herauszufinden, wer gestern den Tresor aufgebrochen hat. Добрый день. Меня зовут Джейден Макинтайр. И я здесь, чтобы разобраться, кто вчера взломал сейф. И того, кто разобрался, ждет. Вот она могла бы легко выпитать правду, хотя ты бы тогда бы все сказали, что все взломали. Если бы она такое предложила. Не, плохая идея. Понятно. Herr Zimmermann, ich muss von Ihnen wissen, was Sie gestern gemacht haben. Woran haben Sie gearbeitet? Herr Zimmermann, я должна вас узнать, где вы вчера работали, чем вы вчера занимались, а? Шлялись, прогуливали где-то? Selbstverständlich. Ich notiere alles in Ihrem Terminkalender. Само собой разумеющееся. Я все вам написал в вашем календаре, этом самом справочнике. Dankeschön.
Ich komme noch einmal zu Ihnen, wenn ich weitere Fragen habe. Хорошо, я к вам еще подойду, когда захочу задать вопросы. На самом деле игрушка хорошая, мне нравится. Да-да-да. И знаете, ребята, до следующей серии, потому что подошло время конец серии. И Бисбальд.